Я рад приветствовать любителей странных игр на канале Домако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Lightspear. Не знаю ничего, что можно сказать про эту игру. Она какая-то реально безумно странная. Ну, давайте посмотрим уже ее более досконально. Начнем новую игру. За Карла я играл. Карл. Давайте, конечно же, я промахнулся, да? Создадим новый. Можно играть за мужчину, можно играть за женщину. Давайте поиграем за кого-нибудь. Кого выберем? Да давайте вот женщину. Я пробовал Хельга. Но вообще это как немецкая какая-то игра. Тут реально такие имена все. Хильда. Джайна. Давайте кого-нибудь найдем. Катрин. Клара у Клары украла кораллы. Рената. София. Мне больше нравилась Лана. Вот пускай будет это вот, Улькире, я сложно выговариваю, сойдет. Давайте начнем, Улькире. Нормал мод, естественно, что мы игру ничего не знаем про нее, тут какой там другой мод-то выбирать. Ахтунг! Найн! Ну нас предупреждают вот о чем-то, опыт и тому подобное, не повторяйте это дома. Наверняка что-нибудь про это. Супер крутое оружие нам дает бог. Говорит, просто могущественное. Супер крутое. Lightspear. Какой злой демон. Какой-то не бог, а какой-то демон. Как я понял по словам бога этого, светового бога или бога света, там я не знаю, кто он. У нас ему скучно, и он нам дает задачу о том, что ему нужен чемпион, который готов умереть за него, развлекая, грубо говоря. Будет воевать и умирать, развлекая этого бога. Он дает нам гипер-убер-крутое оружие для того, чтобы мы несли смерть и разрушение. Убивали огромное количество противников, неважно каких, жертв. Ему нужны жертвы. Покажи, говорит, свое умение, и я тебя награжу. Или зафейлись, и я накажу тебя. Вот такие наша задача, короче, нам надо показывать скилл, и тогда у нас все будет хорошо, бог нас наградит. Так, зажимайте левую кнопку мыши, и тогда, и, короче, и стреляйте. Окей, так и сделаем. Вот так вот мы стреляем. Три копья вот эти я могу бросить, если я нажму А. В полете мы нажимаем, три копья. Круто, круто, по-моему. Это все, что нам нужно уметь, и все. Молодец. Конечно, я готов. Нажмите Space, чтобы начать. На нас будут переть враги, а мы должны их убивать. Это вся наша задача. И не фейлить. В голову. Убиваем каких-то хантов зеленых, и зомби, и какие-то непонятные чуваки на нас бегут тоже, что это такое. Это обычные горные люди. Может, они заблудились, и мы их убиваем. В голову! Еще хэдшотик. И еще. Аж с копыт слетел. Да. Опа! Хэдшот.
Может, они просто заблудились, хотят меня дорогу спросить, а я их просто истыкал копьями. Лютая бессилова. Ха-ха, дабл. Как вам такое, а? Я еще там не готов? Я еще не готов, ты еще не готов. Говорит мне игра, а я все равно попал, смотрите, смотрите, случайный выстрел. Двоих. Последний. Последний ли? Да. Продвигаемся дальше. Естественно, игра будет наращивать обороты, и враги будут нам идти все сложнее и сложнее, пока мы мочим таких врагов. Я готов. Бегун опять какой-то. У-ху. Еще одного лесника забьем. Еще. Опа, не подходи ко мне. Отлично, успели. В коленочку. А, черт, промазал. И он бог сразу, бог тролль, короче, я понял, он такой, сразу же ему надо подколоть. Этому ты промазал. А я ведь тебя предупреждал. Будешь фейлить, буду наказывать. А та-та тебе делать. Опа, в голову. В голову. И еще, в пузико. Прям нормально, вошло. Жестокая игра, не правда ли? Куда разогнался? Это бегуны непонятные. О, смотрите, какой-то чувак пришел. О, вот такой кулаком мне погрозил мне кулаком. А, как ты смел был меня стрельнуть? Он вообще, смотрите, он, по-моему, в очках, он вообще загорающий. Отлетел нормально. Так, одного убили, давайте еще одного. Оба, отлично. Двойной хэдшот. Фу, 12 тысяч очков мы уже насобирали, что-то плюс 100, я не знаю, что это значит, плюс 100% у нас. О, огонь. Погреться хоть можно, походу здесь очень холодные земли. Играем за каким-то нордов. О, нет, на, за это. О, а этот уже подстригся, смотрите. Молодой совсем. Не хотелось бы его убивать, но придется. Ха-ха-ха, тихо, тихо, нет, мне расцарапали пузо пополам, причем как-то так он мне просто царапал мне живот. Ты ж просто царапал, тварь. Так, 12, а, получается мне с предыдущих, с предыдущего уровня у меня остается то количество очков, которое я собрал. А, прям в глаз. Еще. Игра жестокая, кровавая, но такие раньше были истории. Как-то помню, в детстве я читал хантейские сказки. Ну как, мне читали, точнее, родители. Там тоже полно жестокости. Обманул-то какого-нибудь великана, знаете, умный хант какой-нибудь там. Обманул. Камень там на него жестоко скинул, убил его там, забрал у него все пожитки. Он умри. Это как бы типа норма. А ну не грызи мне кулаком. На! На! Я все хочу тройную стрельну. Вот так вот. Славная победа. Тут гора трупов просто после меня остается. Гора трупов. Куда мы идем? Непонятно. Сейчас еще походу какие-нибудь летающие будут. Четыре. Да. Нет, нет, нет. Да нет! Собака! Она мне укусила прям в горло, я заметил. А, нет, летающий это же жесть. На! Как видите, игра наращивает обороты. Не подходи ко мне! Нет. Собакина. В глаз прям. Прям в очки ему зарядил. Откуда в этом лесу такие модники? Циклопы-модники.
Иди от меня! Тыу, собака! И в голову. О, да. Фу, слава богу, фу. Мне вон до той башни, наверное, надо добраться, нет? Или это просто так, для красоты? Собаки-то уже это звери какие-то вообще конченые. Вы заметите, да, как сложно попасть-то уже в летающих. 5, 4. 3-2, так еще 3-2 даже не было, я уже начал. А я промазал! Нет! Целься в глаз, не порти шкура. Опа! 3! Вот это да! Воу-воу! Иди ты в пень! Видали, колдун-молдун там что творит? Такой пришел ко мне. Умри. Он же по-любому еще раз придет. Вон он идет. Нет. Прям мне в лицо. Нет. Бам! Так реально стильный циклоп просто размочил его этим ударом кулака. Не, ну вот этот, конечно, маг-колдун. Вы заметите, он меня не убивает, он просто вводит меня в какой-то шок, что ли. Мне любим модников в этом лесу. Как я понимаю, поэтому я их уничтожаю. Да еще, еще. Еще, просто не подходите ко мне. Нет! Вот так вот. Колдовать будешь у себя дома, на кухне. Не. Не, не, только не пузика. Ну что, это самое любимое мое место. Как вы смели меня в пузо прям. Кто-то в котелке вообще. Какой-то англичанин-зомби. Ты-то тут откуда вообще? Откуда тут англичане? Ты подходи ко мне. Игра отчасти забавная, конечно, хоть и очень жестокая. На! Англичане, мы здесь не любим англичан. На! Прям в горло же. Сонную артерию не перебил, походу. Мне нравится, когда им в голову попадаешь, они так отлетают забавно. Так, колдун-молдун, надо повыше-повыше брать. Повыше бери! Такие циклопы уже прибавили ходу, да, и вот эти, по-моему, ходу ханты это тоже. Справились! 100%! 39.030! Просто 39 тысяч, не знаю, к чему эти все счета. Так, 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 повряд, миссию прошли, да, получается, полностью, бонус, пью, 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 давай больше, 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 ходы, ходы. Что-то, короче, походу, не все, да, как гладко, да? Да нет, вроде, смотрите, золотую награду какую-то получили. Убер! Убер! Шлахендахен убер! Ну, ништяк, давайте дальше. Что дальше посмотрим. Ага, следующая миссия открылась. Погнали дальше, что? А, мне тут деда надо послушать, этого непонятного. А, какой-то, смотрите, лайт-шоп. Нью. Ну-ка, давайте в лайт-шоп-то, я тоже хочу зайти. Да хватит со мной разговаривать, да и убивать надо. Бог сказал, надо убивать, мне вообще не до разговоров. ЛСД? Что? Типа, мол, не употребляйте. Или наоборот, употребляйте ЛСД. Для того, чтобы понять, как проходить эту игру. Типа, нажмите в Space, что типа вы поняли, да? Мне интересно, что такое New Powers, вот эти вот, это походу какие-то очки, 7 штук.
Ну давайте нажмем, что типа я понял. Я понял, что дед под ЛСД. Я вот что понял. Это самая главная мысль, которая мне пришла в голову. Что дед был под ЛСД. И он просил, говорит, я под ЛСД, я люблю ЛСД. Принеси мне ЛСД. ЛСД, 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 ЛСД. Я вам так скажу, наркотики там плохо, а ЛСД тем более. Никогда не употребляйте. На! На! Всех убил. Кто там еще идет? Опять этот, англичашка. Птичка! Циклоп! Птичка! На! Нет! Нормально раздаем. Даже собаки в ходы раздаем. А, нет, нет! Нет! Пузика, опять пузика, мое любимое. Это уже кто-то в очках. Тоже, походу, солидный мэн. Да! Нет. Ну кто на меня? Кто на меня? Ну подходи, подходи! На, в голову, бля. На лету. Шмяк. Шмяк. Куда вы разогнались, сэр? Смотрите, а тут почему-то нет уже этих чуваков-то. Лесников этих. Лесников из тундры, на. Нет, нет! Только не. Вот видите, проигрыш, промах, точнее всего, и пузика просто расцарапано в соплину. На! На! Отлетел! Сейчас мы им покажем, что такое северные женщины. Бросающие копье. А мне кажется, знаете, это просто это так вот северяне тренируются перед Олимпийскими играми по метанию копья. Вот есть же у них там. Они вот идут, ищут там орков, троллей, всяких вот циклопов в лесу. И так вот кидают копья. А что, нормальная тренировка? Куда уж лучше, чем там на стадионе где-то тренироваться. Это что за глупости, да? На свежем воздухе. Поговорил с большинством. Оно вам дало добро убивать. И вы пошли убивать. Довольно-таки весело. Нет, нет, собака, она мне голову откусила. О, тварь. Да здесь не просто-то, я вам так скажу. Довольно-таки быстро двигаются все. Не грози мне. Не грози южному центру. Попивая сок у себя в квартале, а? Нет! На! Я справил ситуацию. Убил. Нет, на! Вы заставляете меня нервничать. Я подходи ко мне. Упади. Упади в шляпке в своей дурацкой. На! Собака просто отлетела. Опа! Опа! Собакин. Шляпник. Опа, куда разогнался? Циклопус. На! Шикарно. Идем дальше. Наконец-то мы разобрались с кучей этой вот непонятной вот что-то там. Куча просто. Одна сплошная куча. Еще босс будет какой-то, что ли? Да ну, че, серьезно, босс? Какие-то чуваки на корабле, там какие-то быки, что ли? Все нормально, он там на поле не плывет, ему вообще плевать. Давайте убьем скорее собаку. Смотрите, а того-то не задел. Нет. Бог, не карай меня только, пожалуйста, за это. Отлетел просто. На бревне плыл.
знаете, какой-то пересекал границу просто на бревне, а я тут его решил убить. Мы следим за миграцией циклопов в этой зоне. Отстреливаем ненужных. Они ж почти добрались. Шпинг! Шпинг! Фу! Вот это было жестко. Под конец-то как. О, я могу двигаться теперь. Какие-то, видать, магические силы позволили мне пройти. За то, что я убью их. Вау, там чувак какой-то с пушкой, походу, будут меня стрелять, да? 3-2, там какой-то пингвин туда идет. Нет, никаких пингвинов. Так, пингвин пристреливается, заметьте. Он пока еще не стреляет в меня, но он пристреливается. Да как так-то? А вот теперь стреляет. А-а-а! Отведай своего же оружия, говорит пингвин. Пингвин же там был, да? Я ничего не путаю. Иди в пень. Да нет, пузика! Черт! Я так понимаю, что вот тех вот таких с щитами, да? Сейчас сяду поудобнее. Тех вот с щитами, ребяточка-то, их просто так не убьешь. Они вылазят из-за щита, только редко-редко. И в макушечку, наверное, прям четко в голову шмякнут. Сейчас мы шмякнем. Я обещаю. Три хода просто! Вы видали? Не, ну вы видали? Опа! Ах ты тварь! Ну-ка, вылези! Вылези! Вылези в окошко, дам тебе горошко! Ну-ка, давай! На! Минус 2. Какие-то демоны вообще. Так, там идет пингвин. Нет! Нет, нет, ну как ты смог? Моё нежное пузико. Чё, давайте еще разок. Это безумство какое-то. Че, неужели промазал? И в этот раз промазал. Нет, сейчас же убьет меня пингвин. Так, три раза промазал. Я просто туда даже наверх не смотрю. Я сразу кидаю наотмашь. Так, приблизительно, как это будет траектория. И даже не смотрю. Потому что на меня бегут еще вот эти вот чулдобреки. Опа, убили. Там еще один идет. Не лезь! На, на! Раздали! Вот и собака. Так, убили пингвина. Самое главное пингвина убить. Да! Ах, вы твари. Один есть. Второй есть. Последний. Да! Да! 30% всего. Плюса, походу, да? 30%, потому что я промазывал. Из-за вот этих вот миссов, получается, теряешь. О, сейчас тут будет вообще жестко, я уверен, смотрите. Потому что узкое помещение. И нам толком нормально не дадут сейчас раскинуться вот этой штукой. О.
Ой, это что за фигня вообще происходит? А разве я мог их сбить? У меня просто рыба. Ты что надо было такое придумать? Пингвин как оружие, которое бросает на вас рыбу, которая отъедает вам голову. Это вообще какое-то безумие. Не, смотрите, я могу туда кидать, оказывается. Я почему-то думал, что это потолок, то есть мы не можем. Пиау! Пингвин! Пиу! В коленочку! А, нет, слишком долго затягивал. Давайте еще раз, еще раз. Этих тоже нельзя долго, блин, не подпускать, потому что потом будет западло. Потом от них как избавляться-то? Ждать только. А, в лицо прям тебе. Пингвин упал. На, еще. В грудь пингвинью. Вот так вот. Тут, возможно, еще за скорость тоже дают. Скоростной мальчик. Не подходи мне за своей рыбой. Я не хочу быть откусывать, чтобы мне голову кто-то откусил. Да как ты смел? Как ты смел спрятаться от меня? Хотя я думаю, что этого типа, типов этих можно и так убивать, если его попадете. Нет, только не голова! Нет, рыба! Щука, походу. А может быть, нет. Какой-то окунь, наверное, морской. Очень опасный. На! На, в лицо тебе за это. За прошлое. Нет. В коленку. В лицо. За подлицо, на! Улыбнись. Тут уже в голову сложнее попадать. Ну-ка, давай еще раз. Высунься. По крайней мере, пингвинам в голову сложно попадать. Ху-ху-ху, прошелся вообще четко. На! В харю в свое наглое. На! Как ты смел? Просто умри. О, да. Огонь, 27 тысяч мы собрали. Сейчас какой-нибудь, не какой-нибудь здоровяк сейчас век-век выйдет, да? Здоровяк выйдет? Нет? Босс будет? Босс батл какой-нибудь. Похоже на то, кстати. Да, Unking Prayed King какой-то. Офигеть. Чё у тебя с ногами, чувак? И с рукой? Ты вообще весь бит, у тебя, наверное, даже глаза, наверное, нет, одного хотя бы. Как, мисс? А что надо с ним делать? А, шляпа, шляпа, смотрите. Шляпа светится. А теперь в мозг. А, черт, не успел. Что такое? Странно, видите, у него, оказывается, у него к мозгу было прикреплено все. Ну, оно, в принципе, по сути, так-то все взаимодействует. У него действительно физически было все прикреплено. Взорвался мозг, и рука отвалилась, нога отвалилась, и все отвалилось. Ну что, мы прошли на золото? На золото, на золото. Нет, мы... Ну, типа, good. Ну, good.
Опять сейчас нам там мужик про ЛСД будет что-нибудь рассказывать. Старый ЛСДшник, наркоман еще тот. А, мы, получается, прошли вторую карту. Давайте теперь нас на третью. Всего их, походу, 5. Ну что, ребят? Вот так все получилось у нас поиграть, повеселиться. Давайте посмотрим, что это такое. А, это мы можем улучшать. Разные способности у нас есть. Я же говорил, что есть. Мы можем. Так, купить за 25 ЛСД. Понятно. А у нас сколько? У нас 69. Мы можем улучшить вот это, или дождь огня там какой-нибудь взять, или еще что-нибудь. Смотрите, сколько тут всего. Какой-то световой молот. Огромное количество способностей, дождь там и так далее. Очень много всего, смотрите. И все это прокачивается. За очки мы можем прокачать, например, те же 3 стрелы там на новый уровень. По-моему, очень круто придумано. Игрушка довольно-таки, я говорю, довольно странно выглядит. И очень сильно жестокая. Реально надо убивать массы-массы врагов, разбивая головы этими копьями волшебными. Но все равно довольно-таки весело было. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень. Если вам понравилось, то обязательно ставьте, комментируйте, делитесь и подписывайтесь. А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. Всех обнимаю. Хороших вам и интересных игр. Всем пока.